Сегодня у главного правового инспектора труда профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Сергея Василюка ответственный день. Ему предстоит защищать интересы сотрудника на предварительном слушании в суде. В нашей организации пришел на работу работник, он член профсоюза сейчас. Ранее он работал в организации частной формы собственности, в которой профсоюза не было. При увольнении ему не была выплачена заработная плата. Значит, за длительный период. Вот. Он неоднократно обращался к директору в устной форме. Вот. Директор обещал, погашу. Ну, понятно, что терпение работника закончилось. Он решил обратиться в суд и обратился в профсоюз защищать его интересы в суде. Но такая практика скорее крайняя мера. Ведь предпочтительнее для обеих сторон сойтись на мирном урегулировании вопроса. Защита трудовых и социальных прав граждан – основная цель всех отраслевых профсоюзов области. А их специалисты проводят для этого работу по многим направлениям. На сегодняшний день очень большую значимость имеет проведение республиканского правового приема граждан. Этот прием на протяжении последних 8 лет проводится по всей стране, в том числе и Брестской области. Все наши 14 юристов разъезжаются по регионам и встречаются с людьми на территории предприятий, организаций. Мы принимаем людей не только своими силами, но и последние 3 года после подписания соглашения с Генеральной прокуратурой о сотрудничестве в этих приемах участвуют представители прокуратуры. В ходе этих приемов вопросы разнообразны. То есть 99%, конечно, законодательство о труде, заработная плата, режим рабочего времени, продление контрактов, любые вопросы, которые связаны с трудовыми правами граждан. Выплата заработной платы, премии – это уже социальные вопросы. Пенсионные вопросы приходится решать. Каждое из таких обращений находится на контроле и доводится до логического завершения. В этом году, вот я вам расскажу, было одно такое дело. Женщину пытались незаконно уволить из одной из организаций. Она обратилась на правовой прием. Подключился юрист отраслевого профсоюза. Оказал помощь, сходил с человеком в суд. Человек работает. Из судебных решений, где наши юристы принимали участие, 13 вступило в силу и вынесено в пользу работников. Если мы говорим о том, что 46 дел мы направили в суд, то 37 мы решили полюбовно. Граждане, которым необходима правовая защита, помощь или консультация в сфере трудового законодательства, могут обратиться за ней в каждый последний четверг месяца. Ближайший правовой прием будет организован во всех регионах области уже завтра, 30 марта. Более подробную информацию можно найти на сайте областного объединения профсоюзов.